Больше века. Саратовский государственный музей имени Радищева празднует свое 130-летие. Представление на пользу художества и искусства в России, посвященное этой значимой дате, прошло в областной филармонии. На празднике зрителям показали театральное представление, в котором рассказали об истории возникновения музея. Губернатор Валерий Радаев вручил директору учреждения культуры картину известного российского художника и скульптора Зураба Церетели. А лучших музейных работников наградили благодарственными дипломами. И будущее сегодня мы смотрим так же пристально, как 130 лет назад в него вглядывался Алексей Боголюбов. Думая о новых поколениях, о сохранении памяти, о просвещении нации, о формировании в провинции качественно новой культуры. И это произошло. Свидетельство тому день сегодняшний. Впервые за всю свою историю музей-заповедник «Московский Кремль» передал провинции свою коллекцию для юбилейной выставки –